Пацаны, сейчас я вкратце объясню, почему не выходили ролики целую неделю. В общем, в прошлую пятницу я записывал видосики, и потом хочу смонтировать, и тут бац, выключается все, компьютер не работает, и такой, что за фигня? Ну, в общем, у меня сгорела материнка, пока до меня доходило, пока я заказывал новые запчасти. Прошла неделя, так вот, вот теперь я наконец-таки все настроил, и видосики снова могут выходить. Так что, друзья, приятного просмотра, и, в общем-то, все. Ой, чуть-чуть не приугадал. Ну, мне здесь хорошо. Что за встреча такая, ирония судьбы или с легким паром? Да-да-да, только Хайпер как 5 минут сдох, так что мне придется вас по-любому... Ты какого хрена делаешь, боже мой? Всем здорова, дорогие друзья, с вами Кузака, Хайпер и Фреш, и сегодня у нас лютый маньячок в CSGO! Всем здорова! Чё, кого? Посмотрите вот на этот замок, на бассейн, все как вы любите, а мы начинаем! Офигеть, я только что телепорт нашел. Жесть! Максончик, есть крутая нычка. Ну, какая? Она находится вот там вот, что я могу, это, в большом выйти домике. Выйти спокойно, а мы тебе не дадим выйти спокойно, потому что это будет чуть-чуть нечестно на ноуклипе. Я могу спокойно прям выйти. Нет, нет, не на ноуклипе. О, что, в смысле там еще? О. Да-да-да, но это не совсем круто, по-моему. Да нормально. Ребят, я вышел. Какой ты вышел? Какой ты вышел? Не на ноуклипе, отвечаю вам просто. Да ну. Отойди, отойди. Хайпер, да. Ого, ага. Сейчас хайперу будет ходить. Стой, дай я высуну чуть-чуть. Давай, давай, высовывайся чуть-чуть. Давай, я сейчас потолкну. Ну, вроде бы здесь никого нету пока что, так что, в принципе... Слушай. Прыжок! А ты видел там штуку под названием... Ладно, не надо никаких сейчас штук. Ты чё делаешь? Ты чё, ё-моё, делаешь? Ты какой зоопарк здесь устроил? Что здесь за курица такая? Это Хайпер бегает. Хайпер убивает Хайпера. Ага. Чтоб не было больше лишних билек. Назад около двери, смотри. Вообще лол. Видишь, там курицы выскакивают чуть-чуть, да? В двери, в двери смотри. Лол, чё за фиг? Эй, не стрелять меня. Что за жесть? Вот так вот. А чё они здесь появляются, алё? Я тоже не понимаю. Сейчас бы появляться курицам бы ещё. Да вообще жесть. Просто ясно. А как они в двери появляются, алло? Ладно, так, надеюсь, не убежишь. Я понял. Скотины просто взяли... Я понял! Я думал, вы там посидите, алло! Да-да-да, посидим, конечно! Мы не хотим на 8 лет оставаться с тобой. Нам и так хорошо вполне. Я, кстати, тоже забригадировался, словно бригадир. Я понял. Хайпер на тоге. Все, до свидания, Хайперунет. Вы меня никогда не найдете. Вот так вот, да, до свидания. Все хорошечно, хорошо. Ой, чуть-чуть не приугадал. Ну мне здесь хорошо. Что за встреча такая? Ирония судьбы или с легким паром? До свидания, все. Убегаем. Да блин, дверь заклинила. Арбузы. Да блин, арбузы. Жесть, все, убегаю как могу. Да убери ты свои арбузы, надоел. Кушай, братан. На здоровье, они полезные, кстати, весенние. Ну и чё? Да, нормально, все, все хорошо. Здесь спавнить. Я не знаю ничего, я не знаю никаких нычек, я не знаю, куда мне прятаться. Чё летаешь? Жесть, я спрятался. Да, не... Макс, мы тебе просто вот так вот, спасибо. Спасибо, спасибо, брат, мне не жалко. Я просто шаулинь. Ой, посмотри, Хайпер, ага. Не пойму вообще нифига просто. Да, хорошо, ты пробежал опять. Ничего. Около меня, не увидел меня. Я сзади понял. Тебя стоял, я... просто за стенкой. Ясно, просто. За какую стенку, орёт. Там была нычка как бы в стене, я туда вот спрятался, да, вот так вот легко. Ой, я чуть сейчас не умер. Ой. Ясно так. Ой. Ой. Слушай, нужно бежать. Да арбузики! Да убери ты! Бесишь! Ой, лол, еще жесть какая-то. Не убегу, там арбузы! Что за жесть, вообще непонятно. Что за каплемонти? Капа. Каплемонти, вообще жесть. Кама пуля. Фух. Надоел уже. Серьезно?
Вы здесь что ли спрятался? Ах ты козлина, опять откуда ты постоянно убегаешь? Там еще есть вот эта дарбузы. Ай, нет, еще пол завелся. Сорян. Похоронил меня еще к тому же. Мне просто нет слов. Макс! Не говори, блядь. Ты как сюда залез? Один. Нормальное начало, слушай. Здорово, пацаны, я тут за вами хочу пытаться залезть. А, ты у нас маничелла же, точно, блин. Меня реально бесит. У тебя есть там альпинистские забеги какие-нибудь, я не знаю, куда можно... У меня вообще топовая нычка. Я думаю, он там не найдет. Топ in the world, вообще in the 1000, да? Вот прям хорошая. Так, вышел. А что ты такой быстрый? Еще 30 секунд. Там пролезть можно. А, кстати, я сюда тоже хотел запрятаться. Так, я... Да ну! Все тихо, а вот это тирамиса настоящая. А, не, я здесь тоже был, по-моему. А, нет, не был. Бегает на улице, бегает на улице. Хочется войти в стену, не может войти в стену. Вы что, в смысле? Я не понял, алё. После травки бегает. Просто мы как бы видим все вокруг. Бежит задом, но ноуклипик к тому же. Что-то там на заднем дворе пролетал. Вот теперь я не вижу. Я пролетел, ускорился. Ага, а вы тут что, не понял? Здесь еще такие бананы прикольные, и еще такой фреш оранжевый, знаешь, такой еще лежит. А, значит, вы в доме, да? Ага. Да, давай, 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 давай. А то он уже рядом с нами там был. Слушай, ты что, серьезно? Ну хотя, слушай, у нас это постоянно срабатывало. Вы что, вы где? Тихо, 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 все хорошо. Скажи, пожалуйста, вы на первом этаже или на втором? На втором. А зачем вы такую жесткую подсказку дали? Мы как бы здесь, да. Ну ладно. Опа. А, вот проход есть, смотри, Хайпер, смотри. Я вижу, я вижу, я вижу. Все, сюда, не дрыгайся, не дрыгайся, он рядом, 100%. Мы очень, мы очень напряжены вместе. Но, слушай, но здесь как бы кое-где нужно жить. Мои яички вспотели вообще, понял? Да вообще прям вот как 28 хп у тебя. В смысле, у тебя 28 хп? Угу. Да, у меня 28 хп. Мы просто оттуда упали. На втором этаже! На втором этаже. Я у вас. Да. Что сейчас уже-то у нас? У нас. Ну, везде может быть на втором этаже. Ну, я вас запугиваю, Аля. Я, кстати, что слышу? Ты слышишь какие-то выстрелы, там что-то разбивается? Да, да, я слышу. Капец какая-то, вообще жесть. Полная жесть. Полная вообще жесть. Слышишь, как он стекла? Я тоже, я не знаю, если он сейчас зайдет в эту ночку, то нам капец полнейший будет. Я вот просто не понимаю. Ой, блин. В принципе, нормально. Ну, в принципе, нормально, да, нормально. Блин, я упал. Ну, отлично. Так, ладно, я пошел на второй. А мы этого... Сюда, 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 сюда! Я здесь уже был однажды. Просто миллиметраж! Мы, кстати, в тот момент за дверью стояли просто, и ты пробежал. Какой момент? Вот помнишь, когда ты входил вот в ту комнату, где еще... так не надо. Там еще такая пони стояла. Мы на втором этаже были тогда, помнишь, когда ты такой заходишь в комнату, начал стрелять там что-то. Ему. Мы за дверью. Но мы уже нашли там еще одну нычку. Пацаны, я иду на второй этаж. Давай, давай. Снегивым, что ли? Снегивым? Нам как бы от пистолета было плохо. Ты так ранил, ранил хорошо. Ну ты же говоришь, с тяжелой артиллерией. Да. Либо М249, либо неким. И как бы тебя там еще видно то, что ты все меняешь. Слышно, как ты оружие скидываешь. Вот его кинул. Макс. Что я делаю сейчас, пацаны? Ты прыгаешь. Я на самом деле не вижу, но мы слышим. А в смысле, зачем мне загородили путь чем-то? Вот теперь... А вот, слышу, слышу, он что-то прыгает снизу. Получается. А теперь ты тоже видишь? Ой, я просто теперь вот сам не вижу. Я не вижу, я его слышу. О, а что за коробочка тут? А может здесь вот где-то еще есть потайной вход? Ага. Коробочка, значит. Нету. Мне кажется, нет. Так, вы где? А мы на втором этаже, и мы тебя уже ждем. Тикай, с горы иду! Давай, быстрее! Ой, я пролез впервые в окно. Отлично. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Опа, чьи-то ножки засверкали. Сюда, сюда, сюда! Кузака, сюда! Сюда! Давай! А зачем? Дебил. Не надо! Пожалуйста, это все из-за Кузаки, не трогай! Все, 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 все. Так, отлично. Да, дверь, тупая, вообще жесть! Я буду как могу бежать, как могу, вообще. Сейчас у меня задисторшенил бы... Здесь курочки стоят, нет! Бегу как могу! Жесть! Я выживу! Все хорошо! 5 секунд, я выживу! Хайпер, все будет хорошо! Нет, не хочу смотреть назад! Бассейн! Да, блин! Да! Я тебе поддался!
На чехайпе! Две пещеры. Как будто в роддоме родились японки такие маленькие. Пацаны. А вот у меня вопрос. Что здесь в бассейне такое? А как вы вот выходили из-за это? Алло, что здесь такое в бассейне? Этой штуки. То есть вы в бассейне, я все понял. Хорошо, спасибо. Мы не в бассейне, мы на втором этаже. Да-да-да. Я 100% знаю, что где-то здесь в бассейне есть ныкуха. Сейчас, где она, интересно, у нас находится? Сеструха ныкуха. Сеструха... Стоп, а как пролезть-то в бассейн, пацаны? Я уверен, что вы здесь. Лол, я думал, что я просто на улице ищу. Хорошо, я все понял, кажись, я понял, где вы теперь. Угу, спасибо за лох. Хорошо, будем искать потайные входы. А где здесь и на Е нужно нажать? Пацаны. В смысле, я вас не вижу? Но я вас не вижу, да? Ты какого хрена стреляешь оттуда? Пацаны. Я водяной. Водяной, конечно. Я не хочу с тобой. Сейчас, мне вот очень интересно, как вы туда залезли-то? Может быть, вот так вот? Вы здесь 100% в этих кустах. Я чую вас, я чую за подвох какой-то, которого нету, к сожалению. А, вот, лол. Лол! Офигеть здесь на кухне. Пацаны. Я слышу выстрелы, но не слышу вас. Не вижу вас. Мы на втором этаже, ты чё ищешь нас? Вы чё, офигели? Ты чё? Вы чё, офигели так меня троллить-то жестко? И здесь вас нету. Хайпер. Как бы да. Ты куда ушёл? Нет, это сорян, это чуть-чуть. Хорошо, давай сейчас это... Кое-что, может, делаем, контрактик-то какой-нибудь. Не хочешь контракт? А, то есть тебя сразу бить? Ну хорошо, я все понял. Ты мне больше тогда... Нет, а не, брат, сейчас тебя уничтожу. Я ж спецназ, ё-моё, я ж спецназ. Так, мне кажется, все равно Фрэш здесь. Не? Нету. Хорошо. Я колоссально нравственно страдаю. Ни хрена себе, там все повалилось. Да, я себе вход открыл, чтобы убежать. Ты что считаешь, все? Я что-то не понимаю. Беги, беги, беги. Yes. Давай, догони, догони, догони. Да, догонит. Хорошо, догоним. Предложи ему это, спалит меня, ладно, раз уж... Да, давай я хайпер тебя спалю, пойдем. А, давай, давай, пошли, пошли, пошли. Где хайпер, где хайпер у нас? Давай, пошли, пошли, пошли. Он туда замыкался, вон, смотри. Да-да-да, только хайпер как 5 минут сдох, так что мне придется вас по-любому... Ты какого делаешь, боже мой? Не достанешь, не достанешь, найдешь. Что-то мне кажется, вы немножко принахлели. Совсем чуть-чуть. Его нету, его нет на крыше. Да, нету. Конечно. Конечно нету, офигеть. А как вы... А как... А, телепорт. А, это телепорт. Тихо, не сдохни мне тут. Макс, вы на улице или... Да, вы на улице. Я как бы так же умею делать. Расстрел! Майдан! Да ты куда ты? Вот так вот, я просто здесь стоял потом уже, ну и все, отлично, победили, Ну что же, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя серия, вот такая вот угарненькая по манчку, а если так, тогда можете подписаться на наш канал, и спасибо за то, что убил Хайпер, поставить нам лайк, а также подписаться на инстаграм Фреша Хайпер, правильно говорю, да? Да! И на мою страничку ВКонтакте. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем до скорого. Всем пока. Твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса. Но мне легко, так легко. И верю я в чудеса. И верю я в чудеса. Я верю в чудеса.